22 декабря 15 год, Харьков. Место решил снять, потому как просто потрясает меня, что в Харькове, который некогда был центром науки, студенчества, метро Студенческое, кстати, чему только детей учат, церковь раз, церковь 2 и церковь 3. Сразу за тремя, блин, к ряду церквами, господи, как, не знаю, идет фармацевтическая академия. В принципе, соседство вполне обоснованное, потому как неизвестно, кто быстрее приведет вас к Богу. Слуги Господни в этих церквях или современные фармацевты с медиками. В общем, мракобесие.